Всем привет! Сегодняшнее видео называется «Первый полет». Летать я буду не на самолете, нет. Все дело в том, что у меня произошло обновление технической базы, и у меня появился квадрокоптер, другими словами, дрон. Находится он в таком небольшом чемоданчике. Как на нем летать, я пока не знаю, поэтому попробуем сегодня вместе с вами. Приобрел я его для того, чтобы радовать вас новыми красивыми кадрами с воздуха. Надеюсь, вам понравится. Вот так выглядит мое новое устройство. Это DJI Mavic Mini. Сейчас распакую и будем запускать.
Надеюсь, мой первый полет вам понравился. Буду учиться летать и радовать вас новыми интересными кадрами. Всем пока!